Мы рады приветствовать вас на нашей тренировке. Сегодня мы с вами изучим танцевальную комбинацию. Сегодня помогут мне выпускницы нашего ансамбля Сиськова Наталья и Иванова Настя. А начнем мы, конечно же, с разминки. Повороты головы. Наклоны головы вперед и назад. Наклоны головы в сторону. Круговые вращения головой. Подъем плеч. Круговые вращения плечами. Работа кистей. Круговые вращения локтевого сустава. Приседания и подъемные полупальцы. Большое приседание. Трамплинные прыжки. Наклоны корпуса вперед. Наша танцевальная комбинация начинается с припадания. Соберите ноги вместе. Одна нога будет приседать, а вторая подниматься. Теперь встаем и еще раз падаем вниз. Раз, два. Раз, два.
Раз, два. Садитесь поглубже и вырастайте так же высоко, чтобы была видна разница. Давайте сделаем только это движение под музыку. Готовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два. А теперь два раза быстрее. Добавим к этому движению руки. Сначала у нас открывается левая рука, а затем правая. Резким движением вниз. Давайте еще раз, только руки. И раз, два. Еще раз. Три, четыре. Раз, два. Движение припадания мы будем делать всего два раза. Вместе с руками это выглядит так. И раз, два. Давайте вместе поделаем только это движение. Раз, два, три, четыре. Это прыжки. Раскрываем ноги в стороны. Раз. Затем собираем вместе. Два. И опять раскрываем. Три. Давайте попробуем вместе. И раз, два, три. Хорошо. Соберем с предыдущим движением. Мы делаем два раза припадания и затем три прыжка. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три. Добавим к прыжкам руки. Мы закончили руки внизу, открытым. Далее они поднимаются до уровня плеч, делают небольшой крест возле груди и опять раскрываются вниз. Попробуем только руками, с самого начала. И раз, два, раз, два, три. Еще раз. И раз, два, раз, два, три. Хорошо, соберем с ногами медленно. И раз, два, раз, два, три. Еще раз. Три, четыре. Раз, два, раз, два, три. А теперь попробуем сделать это с музыкой несколько раз подряд. Приготовились. Три, четыре. Левая нога. Она делает шаг вперед, перекрывая правую и с подворотом бедра. Раз. Руки открываются немножко в стороны. Дальше то же самое делает правая нога. Два. И еще раз левая. Три. Давайте попробуем. И раз, два, три. Еще раз. И раз, два, три. Теперь чуть быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Молодцы. Следующее движение мы закончили. Немножко присели. Дальше левая нога двигается вперед такими же тремя ударами. Раз, два, три. Попробуем собрать эти шаги вместе. Открыли ноги. И раз, два, три. Раз, два, три. Давайте еще раз. Три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Соберемся сначала. Три, четыре. Хорошо. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Мы закончили в этом положении. Руки у нас в сторону. Теперь у нас левое бедро активно работает вперед. Раз, два. Руки движутся противоположно бедру. И раз, и два. Давайте соберемся шагами с предыдущими. Ноги широко. И раз, два, три. Раз, два, три.
Раз, два. И дальше левая нога ставится накрест перед правой. И поворот. Три, четыре. Давайте еще раз шагов. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, шаг, поворот. Хорошо. Сделаем всю комбинацию с музыкой сначала. Раз, два, три, четыре. Движение, которое мы будем делать, это приседание. Два раза приседаем вниз. Раз, два. Еще раз. И раз, два. Что делают руки? Собираем их возле груди и раскрываем локтями в стороны. Раз и два. Попробуем с приседанием. И раз, два. Еще раз. И раз, два. Но при этом движении мы немножко разворачиваем корпус по диагонали. Попробуем. И раз, два. Еще раз. И раз, два. Хорошо. Соберем с предыдущими движениями. Встанем боком. Делаем сейчас два удара бедром, поворот и затем приседание с руками. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Хорошо. Следующее движение. Мы наклоняемся вниз корпусом, руки ставим на колени, голова тоже наклоняется. И выпрыгиваем с двумя поджатыми ногами, раскрываем ноги в сторону. И два. Давайте вот с этого соберем. И раз, два, вниз, наверх. Еще раз сделаем с приседанием. И раз, два, вниз. Попробуем собрать всю комбинацию с самого начала. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Пока руки можно убрать на пояс или за спину, как вам удобно. Сейчас будет работать начинать правая нога. Нога забрасывается назад и делает активный шаг в пол. Еще раз. И раз. Так мы делаем 4 раза. И раз, два, три, четыре. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Попробуем еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Добавляем руку. Правая рука уходит за спину. Левая рука открывается в сторону. И делает такое движение, как будто рисуем восьмерку. Раз, два, три, четыре. Старайтесь держать руку сильной, крепкой, напряженной. Попробуем вместе с ногами. И раз, два, три, четыре. Чуть-чуть быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Соберем движение, начиная вот с этого, под музыку. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Начинаем мы с правой ноги. Делаем. Раз, два, три. И на четвертый счет идет удар пяткой вперед. Четыре. Теперь повторяем бег. Раз, два, три. И назад идет удар. Четыре. Сделаем только бег. Приготовились. С правой ноги. И раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки на беге мы прячем за спину.
Вот до этого у нас было положение: одна рука за спиной, одна в стороне. Мы закончили так. И с первым же бегом мы прячем руку за спину. Теперь сделаем с музыкой вот с этого движения. 3, 4. Сзади. Теперь мы с нее делаем небольшой выпад в сторону. Раз. И вернулись. И также в другую. 3, 4. Давайте еще раз. Открыли ногу. И 1, 2, 3, 4. Теперь добавляем руки. В правую сторону руки у нас идут сверху вниз. А в левую наоборот. Снизу вверх. Давайте сделаем. Открыли ногу. И 1, 2, 3, 4. Соберем с бегом. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вверх. 2, 3, 4. И последнее движение, которым мы закончим наш припев, это удары ног вперед, вперед, вперед. С небольшим подскоком. И 1, 2, 3. На четвертый счет соскок идет в пол. Давайте соберем с выпадами. И 1, 2, 3, 4. Правая, левая, правая. Соскок. Еще раз. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Попробуем собрать комбинацию вот с этого движения. Готовились. Ногами вперед будет в повороте. Вот мы закончили выпад. 3, 4. Теперь поворачиваемся в левую сторону. Удар, 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 соскок. Соскок вы можете сделать в любую удобную позу. Давайте попробуем с выпадов. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще одно замечание. Мы делаем свободное движение руками во время этих поворотов, как вам удобно. Теперь соберем весь наш припев сначала. Приготовились! Изучение припева закончилось, но у нас еще есть небольшой проигрыш перед припевом. Сейчас мы выучим и его. Начинается движение с шага левой ногой в сторону. Раз. Бедро также уводится влево. Дальше бедро идет вправо. 2, 3, 4. Движение бедрами мы делаем 7 раз. Давайте попробуем. Встаньте ноги вместе. И 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. И на 8-й счет собираем ноги вместе. 8. Еще раз. И 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь добавим руки. Руки с первым шагом открываются в стороны. Раз. Дальше делать хлопок над головой. Два. Дальше опять открываются. Три. Дальше делать два хлопка сразу подряд. Четыре. Опять открываются. Раз. Два. Три. И собираются за спину. Четыре. Давайте сделаем эти хлопки в музыку. Приготовились. Раз. Дальше мы закончили с вами руки за спиной, ноги вместе. Теперь делаем шаг в левую сторону с разворотом бедер. И два раза приседаем. Раз, два. Разворачиваемся в другую сторону и также приседаем. Три, четыре. Затем разворачиваемся прямо. Делаем приседания влево, вправо. И собираем ноги вместе. Давайте еще раз. Делаем шаг. И раз, два. Три, четыре, лево, вправо, собрать. Еще раз. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Добавляем руки. Здесь у нас руки за спиной. Здесь они также остаются. Здесь руки все еще за спиной. Дальше мы собираем ноги вместе, руки поднимаются наверх и делают как будто бы бросок вдаль. Раз. Можно немножко скрестить, как вам удобно. И после этого сразу начинается наш припев. Давайте попробуем сделать только проигрыш. Приготовились? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. До скорых встреч! Когда помнит небо, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май, вихри венце в русском вальсе сквозь года. Сердце не забудет никогда.